Сегодня в США произошла целая череда эвакуаций, связанных с угрозами взрывов. В штате Нью-Джерси был эвакуирован кампус Принстонского университета. Полиция попросила студентов и преподавателей покинуть помещение из-за сообщения о том, что сразу в нескольких зданиях заложены бомбы. Обращение к учащимся появилось во вторник утром на сайте университета. Все 6900 жителей университетского городка были эвакуированы. Их попросили не возвращаться в студенческий городок ни под каким предлогом до получения новых распоряжений. Полиция во второй половине дня сообщила, что полная проверка всех зданий каких именно не указывается, займет по меньшей мере несколько часов. Принстонский университет – один из лучших в мире, расположен в 80 километрах к юго-западу от Нью-Йорка.